Чем можно помочь ребенку и взрослому при аллергии? Первое. Народная медицина рекомендует страдающим аллергией, а аллергии их много видов, но данное средство помогает многим. До полного выздоровления пить несколько лет подряд настой из череды, лучше свежий. Заваривать без специальной дозировки и пить как чай до или после еды. Цвет настоя череды должен быть золотистым. Если он мутный или зеленый, значит череда непригодна к использованию. Настой череды не подлежит хранению, поэтому пить его надо только свежим. Так, применение. В народной медицине широко применяются при кожных болезнях, при рахите, золотухе, артритах, подагре. Кроме того, как легкое патагонное и мочегонное средство. Внутрь употребляют на пар, а некоторые и отвар в течение 10 минут. 4 столовые ложки порезанной травы на 1 литр кипятка. На пар настаивать целую ночь, а с утра начинают принимать по полстакана 3-4 раза в день. Вот очень хороший кровоочистительный сбор, употребляемый при кожных заболеваниях, а также при золотухе и рахите. Череды 10 грамм, листьев грецкого ореха 5 грамм, травы трехцветной фиалки 20 грамм, корня лопуха 15, цветов глухой белой крапивы 10 грамм, цветов тысячелистника 10 грамм, листьев черной смородины 10 грамм и листьев земляники 15 грамм. Все смешивают, берут 20 грамм смеси, заливают литром чистой воды и кипятят на слабом огне 10 минут. Пьют ежечасно по винной рюмке. Винная рюмка 30 грамм. А детям дают по одной столовой ложке. Второе. Маленького ребенка, когда имеется высыпание на коже, хорошо купать в ивовом настое. Для этого утром вскипятите 5 литров воды. Добавьте туда 300-400 грамм ивовых веток и оставьте до вечера настаиваться. Вечером воду подогреть до нужной температуры и выкупать ребенка. После третьей процедуры наступает заметное улучшение. Курс лечения 10 дней. Ива содержит естественный антисептик, который лечит аллергические прыщи. Третье. При аллергии очень важно повышать иммунитет. Маленького ребенка хорошо закаливать контрастными душами, которые принимать нужно совместно с мамой, чтобы малыш не боялся. Чередовать теплую воду 30-45 секунд и прохладной всего 2-3 секунды, не более. При этом выбор как теплой, так и прохладной воды по вашему желанию, чтобы было комфортно и весело. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!